Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События» в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Они делают город светлее, теплее, чище и безопаснее. В Самаре поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником. Глава города Елена Лапушкина наградила лучших сотрудников. Взялись по личным. В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить из банкомата более 1 000 000 рублей. Устроили концерт и наградили особо отличившихся. В этом году исполняется 145 лет уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Познакомились с избирательными правами и процедурой голосования. В Самаре для активистов движения первых прошла деловая игра «Выборы и я». Одна из наиболее крупных рек России протяженностью более 3 500 километров. На берегах Волги построены более 60 городов. В Самаре отметили Международный день рек. В Самаре прошло расширенное заседание Оргкомитета «Победа». Его провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главная тема встречи – подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники обозначили задачи. Подробности расскажем в сюжете. Ключевым событием празднования Дня Победы в Самаре станет парад на площади Куйбышева. Подготовка к нему уже началась. Об этом говорили на расширенном заседании Оргкомитета «Победа». В числе гостей – ветераны, герои России и социалистического труда, почетные граждане, военнослужащие и члены их семей, депутаты и главы муниципальных образований. С приветственным словом к ним обратился глава региона Дмитрий Азаров. Историческая память – достояние всего народа. В современных условиях особое значение приобретает патриотическая работа, которую ведут наставники, педагоги, ветераны. Не просто современники и очевидцы, а непосредственные участники ратного подвига во имя Отечества. На наших глазах слово «патриотизм» обретает священный смысл, обязывая каждого из нас превратить свои помыслы и конкретные дела в реальные поступки во имя нашей прекрасной Родины. Наш долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе. Список памятных и праздничных акций, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обширный. Планируется провести более 500 мероприятий. В их числе тематические выставки, экскурсии, патриотические акции «Свеча памяти» и «Георгиевская лента». Со 2 по 5 мая пройдет международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». А 26 апреля все желающие смогут присоединиться к диктанту Победы. Уже 6 лет подряд Самарская область активно включена в этот проект. И по итогам 2023 года регион занял первое место по количеству участников, ими стали 64 тысячи человек. Надеюсь, что и в этом году охват участников диктанта увеличится, и они покажут высокий уровень знаний о событиях героического прошлого нашей страны. К празднованию Дня Победы присоединятся и члены молодежных движений. Они приведут в порядок мемориалы, а также примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Завершится празднование Дня Победы масштабным концертом. Для жителей и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Самарской области. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Константин Головин. События. От их профессионализма зависит жизнь и облик города. Работа производственных предприятий, больниц, школ и детских садов. Они трудятся днем и ночью, в жару и в стужу, без выходных. Делают мир чистым, красивым и комфортным для жизни. Работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в предстоящее воскресенье отметят свой профессиональный праздник. В Самаре действующих сотрудников и ветеранов сферы ЖКХ поздравила глава города Елена Лапушкина. Лучшим работникам она вручила благодарственные письма. На торжественной церемонии побывала Светлана Кудрявцева. Их профессионализм, ответственность, добросовестное отношение к делу позволяют обеспечивать благоустроенную, комфортную жизнь горожан и процветание Самары. Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравили с предстоящим профессиональным праздником. Его отмечают каждое третье воскресенье марта. Глава города Елена Лапушкина поблагодарила сотрудников отрасли за добросовестный труд. Благодаря национальным проектам, которые инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, благодаря региональной поддержке нашего губернатора Дмитрия Ильича Азарова, сфера ЖКХ серьезно модернизируется. Но все равно за каждым уютным парком, за каждым уютным сквером и цветущим газоном, за каждым метром переложенной трубы, за каждым километром отремонтированной дороги ваш труд
По большому счету это такое служение, служение людям. И вы такой выбор сделали. Глава города наградила лучших работников ЖКХ благодарственными письмами и нагрудными знаками. Отдельно отметили ветеранов отрасли, каждый из которых проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства не одно десятилетие. Работа ежедневно требует отдачи всех тех ресурсов у тебя человеческих, которые необходимы для того, чтобы постоянно работало водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, ну и другие многие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, без которых также человек прожить вообще не может. За последние годы отрасль ЖКХ в Самаре удалось вывести на принципиально новый качественный уровень. Обновили 370 километров дорог, построили 7 новых дорог, отремонтировали 80 участков тротуаров. Для очистки улиц дополнительно закупили 91 единицу всесезонной техники. Ежедневно в Самаре трудятся 3000 дворников. Для уборки ежесуточно задействуют около 300 единиц спецтехники. 150 бригад занимаются очисткой крыш. За 6 лет в Самаре благоустроили 65 общественных пространств, привели в порядок более 300 дворов. По муниципальной программе «Цветущий город» в этом году планируют высадить цветы на территории общей площадью 38 тысяч квадратных метров. На территории города переложили более 144 километров тепловых сетей. Общий объем инвестиций составил 10 миллиардов 800 миллионов рублей. Только в прошлом году в Самаре заменили почти 3 тысячи погонных метров ветхих водопроводных сетей. Чтобы улучшить качество водоснабжения, в Куйбышевском и Красноглинском районах построили новые водоводы. Могу сказать, что за 2023 год на доверенных нам территориях не было ни одной остановки водоснабжения и ни одной остановки водоотведения. Это вклад всего коллектива, и в том числе вклад тех, кто работает как в офисе, так и на местах, наших слесарей, наших операторов очистных сооружений, наших операторов насосных станций. Я всех благодарю и с праздником. Для работников сферы ЖКХ подготовили концертную программу и спектакль. Праздник прошел в Самарском театре драмы «Камерная сцена». Имеется стенд, в котором значок «Двор образцового содержания и порядка». Выпускаем дворовую стенгазету. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В Самарской области продолжается акция по сбору книг для жителей Донбасса и освобожденных территорий. В 2023 году на территории Самары установили 80 специальных боксов для сбора литературы в рамках проекта «Подари книги Донбассу». Его реализует Межрегиональная общественная историческая библиотека при поддержке администрации города и президентского фонда культурных инициатив. От жителей ждут художественные произведения, публицистику, книги-игрушки для малышей, учебники. Принять участие в благотворительной акции может каждый. Наши граждане неравнодушные относили туда книги, которые находятся в достойном состоянии и готовы пройти еще, скажем так, вторую жизнь, да, что их можно дальше будет с удовольствием взять эту книгу, прочитать, которая несет какое-то определенное культурное значение, историческое значение. По мере накопления боксов издания проходят сортировку, затем упаковываются по коробкам и отправляются в новые регионы. Фура из Ульяновска проехала через Самару. Здесь ее догрузили. Внутри машины 40 тысяч книг. Их доставят в город Мелитополь и распределят по городским и сельским библиотекам Запорожской области. В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить из банкомата более миллиона рублей. Около 5 часов утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Отрадном патрулировал улицы, когда от дежурного получил информацию о срабатывании охранной сигнализации в одном из банков. Росгвардейцы обнаружили в тамбуре банка злоумышленника, который повредил банкомат и пытался похитить деньги – более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Они задержали правонарушителя. Им оказался 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Сотрудники Самарского юридического института ФСИН и УФСИН России по Самарской области отметили День работника уголовно-исполнительной системы. Для них устроили концерт, а особо отличившихся наградили. Перед коллегами впервые выступил Алексей Климов, новый руководитель УФСИН России по Самарской области. Подробности в нашем сюжете.
Сотрудники Самарского юридического института ФСИН России и УФСИН России по Самарской области отметили свой профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы. На торжественное мероприятие приехали руководители региональных и муниципальных органов власти, силовых структур региона, религиозные и общественные деятели. Особо отличившихся сотрудников отметили благодарностями и медалями от имени губернатора. В праздновании принял участие и новый руководитель УФСИН России по Самарской области. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю всем удачи, успехов. Уголовно-исполнительной системе России в этом году исполнилось 145 лет. 12 марта 1879 года царь Александр II издал указ о создании тюремного департамента. Главная цель уголовно-исполнительной системы – исправлять и социализировать осужденных. Работа наша, она, конечно, опасна и трудна, но результат ее виден, и даже любой закоренелый преступник может стать обычным, настоящим гражданином, выйти в социум. Самарский юридический институт ФСИН России – единственное учебное заведение силовой структуры в Самаре. Подобных образовательных учреждений в России 8. В этом году вступил в силу закон о пробации в Российской Федерации, который предусматривает создание системы социализации осужденных. В Самарском юридическом институте ФСИН России в том числе готовят специалистов для работы в этой сфере. Кто собрался сюда идти поступать на новый учебный год, то они сделали хороший выбор, поскольку данная служба очень важна для нашей страны и несет как и ответственность, так и престиж. Завершилось торжественное мероприятие концертом. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня в Волжском районе на выезде из Новокуйбышевска произошло ДТП. Погибла женщина. Как уточнили очевидцы, она переходила улицу Шоссейную. В Главном управлении МВД по Самарской области сообщили, что авария случилась в 7:35 на втором километре дороги Самара-Волгоград-Новокуйбышевск. 32-летняя женщина-водитель на Nissan Tiana сбила пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Завершилось расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самары. Их обвиняют в незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и похищении документа. В ноябре 2023 года обвиняемые привезли 21-летнего водителя такси в офис под предлогом оформления ДТП, после чего похитили его паспорт и потребовали 300 тысяч рублей, насильно удерживая в помещении. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР «Омега Росгвардии», уточнили в ведомстве. В селе Барма Елховского района сгорела охотничья база. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как уточнили в ведомстве, пожар вспыхнул в 6:50. Огонь быстро охватил два этажа строения, угрожал перекинуться на соседние дома. На место прибыли пожарные автоцистерны. Во время тушения задействовали 6 единиц техники и 18 человек. В 7:40 огонь локализовали, а в 9:14 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Познакомились с процедурой голосования и избирательными правами. В Самаре для активистов движения первых прошла деловая игра «Выборы и я». Участники создавали политические партии, выдвигали своих кандидатов и участвовали в дебатах. Подробности расскажу в сюжете. Василиса Лехина разрабатывает предвыборную кампанию. На размышления у нее и членов команды всего 15 минут. Девушка признается, за такой короткий промежуток времени нельзя объять необъятное. Самое главное – не давать пустых обещаний. Ведь каждый избиратель голосует за ту партию, которой доверяет. Все четко, понятно, и все то, что я могу сделать. Потому что если я не могу сделать, то они же за мной не пойдут. А не просто «я хочу» и все, а чтобы были еще какие-то факты и понимание. В Самаре прошла деловая игра «Выборы и я». Участникам предложили узнать все тонкости избирательного процесса. Ребята поделились на 5 команд. Одни вступили в политические партии, другие вошли в состав электората. Мы им рассказывали, что такое избирательный бюллетень, что такое ящик для голосования, как происходит опечатка, как мы стараемся максимально, да, обезопасить и сделать комфортный выбор для каждого избирателя. Если сейчас мы начнем работать с ребятами 14-17 лет, то 18-летние, они уже будут более понимать именно эту систему и будут осознанно приходить на свои первые и последующие выборы. За законностью и прозрачностью процедуры голосования следила избирательная комиссия. Чаще всего это ребята, которые занимают там первые-третьи места в онлайн-квизе, который мы проходим в самом начале. Мы на территории Самарской области уже проводили несколько игр, ребятам очень нравится, потому что она совмещает не только
квиз на знание избирательного права, но и творческий такой подход. Организаторы отмечают, участие в подобных играх развивает у молодежи чувство ответственности и учит работать в команде. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События. Защитить самое дорогое – жизнь и здоровье детей. В регионе регулярно проводят открытые уроки по правилам дорожного движения, на которых школьникам рассказывают, как вести себя на дороге. Особенно это важно накануне весенних каникул, когда дети будут больше времени проводить на улице. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Если нет светофора, у нас же могут быть какие-то еще знаки, которые нам помогают понять, что вот здесь нам идти можно, а здесь нельзя. Библиотекарь Любовь Евсеева терпеливо рассказывает детям, в чем заключаются правила дорожного движения. Говорит, сама однажды стала свидетелем трагической ситуации на дороге, когда машина насмерть сбила ребенка. Теперь делает все, что в ее силах, чтобы подобных ситуаций было меньше. Регулярно проводят занятия для школьников о необходимости соблюдать ПДД. Даже не все опытные водители знают, что в правилах меняется, как их нужно использовать. И, например, есть такая замечательная проверка для хорошего водителя. Задайте ему вопрос, каким является желтый сигнал светофора. Вам ответит чаще всего предупреждающим, но на самом деле это запрещающий сигнал светофора. Второклассник Егор говорит, знает, как переходить улицу правилам дорожного движения. Его учит папа. Нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что это опасно. Нельзя, когда ты едешь на велосипеде и слушать наушники. Еще нельзя никогда перебегать на красный свет. Открытые уроки для детей и их родителей в библиотеке проходят регулярно. Этот год в России объявлен годом семьи, поэтому скоро в библиотеке пройдет ряд мероприятий под названием «Неделя детской книги». Для детей и родителей, которые читают на ночь своим малышам. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. Более 60 городов России расположены на берегу одной реки – Волги, в том числе и Самара. Не случайно 14 марта – Международный день рек. Особый день для каждого жителя региона. По этому поводу библиотека имени Крупской подготовила программу для школьников. Подробности в нашем сюжете. С днем реки! В десятке самых крупных рек России Волга занимает 7-е место. Именно поэтому Международный день рек важен и для жителей Самарской области. В честь этого праздника в библиотеке имени Крупской провели квиз для учеников 81-й школы. Мы отмечаем эту дату уже на протяжении многих лет. Мероприятие проходит как для взрослых, так и для детей. День рек очень важен, потому что он за экологию в городах и поселениях, за то, чтобы мы заботились о природе и ни в коем случае не допустили ее загрязнения. Ученики 8 класса поучаствовали в игре викторине «Голубые вены планеты», а также узнали о реках Самарской области. Особое внимание школьников обратили на важность реки Волга. Ребята познакомились с произведениями искусства, посвященными главной реке Самарского края. Завершением программы стало дополнение коллажа «Река добра», на котором ученики написали свои пожелания. С малых лет, да, надо прививать детей к бережному отношению вообще не только к рекам, но и к нашей природе. Они с удовольствием сюда ходят в библиотеку, хоть любое какое мероприятие здесь не проходит. Они с интересом относятся к этим мероприятиям, потом очень долго обсуждают эти мероприятия. Было интересно послушать, о чем будут говорить. Но я думаю, это достаточно хороший праздник. Забота о природе – это важно. Первоначальный день рек был призван бороться со строительством плотин, а сегодня это напоминание о том, что нужно бережно относиться к окружающей среде. Виктория Шарая, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События. Дядя Степа глазами разных художников. Лекция-выставка с таким названием, приуроченная к 111-летию со дня рождения Сергея Михалкова, прошла в Самарской библиотеке. Детям рассказали о творчестве и биографии писателя. Показали иллюстрации к его произведениям знаменитых художников и мультипликаторов. С ними ознакомились и наши корреспонденты. Кто не знает дядю Степу, дядя Степа всем знаком. Даже дошколятам, которые пришли на выставку лекцию. 5-летняя Милана Щурова так много знает об этом герое книги, что в декабре вместе с мамой приняла участие в городском конкурсе. Они рассказали о памятнике дяди Степе в своем видеоролике, как о достопримечательности Самары, и заняли первое место. Значимость книги, наверное, важна и вот для деток даже в таком возрасте. Вот. И очень часто, когда дни рождения каких-то таких известных писателей детских, мы приходим сюда, слушаем информацию, играем. Детки много нового узнают, там вопросы задают, загадки какие-то. Остаются у них какие-то, ну, впечатления и, ну, знания.
Дядю Степу изображали многие мультипликаторы и художники. Это иллюстрация Владимира Сутеева, одного из основоположников советской анимации. Сутеев создал первый мультфильм про дядю Степу, а это иллюстрация Ювеналия Коровина. Такие персонажи, они всегда положительные, добрые. Они воспитывают в детях тоже в какой-то степени вот эту вот доброту. И обычно в сказках великаны у нас предстают как какие-то злые образы. А вот дядя Степа, он такой под 3 метра, но он все равно очень добрый персонаж. Выставку-лекцию в библиотеке приурочили к 111-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Он прожил долгую жизнь и написал множество произведений, знакомых каждому. Среди них главное – гимн России. А детям больше всего полюбился созданный им образ милиционера, всегда готового прийти на помощь. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События. Волейболисты «Новой» и гандболистки «Лады» проводят заключительные матчи регулярного этапа своих чемпионатов и начинают готовиться к играм на вылет. А самарские прыгуны в воду завоевали несколько медалей на всероссийском турнире. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Волейболисты «Новы» сыграли свой предпоследний матч регулярного чемпионата Суперлиги. На домашнем паркете волжане принимали солигорский «Шахтер». В первых двух партиях гости действовали удачнее и смогли спокойно склонить сеты в свою пользу. Лишь в третьей партии игроки «Новы» сыграли по-хозяйски и не позволили гостям лидировать в счете. В четвертой партии развить успех не удалось, а наоборот, новокуйбышевцы совершили много ошибок. 1-3 по сетам – поражение «Новы». Но оно не сказалось на турнирном положении волжан, которые смогут побороться в первом раунде плей-офф. Гандболистки Тольяттинской «Лады» на выезде уступили Ростов-Дону в матче второго этапа российской суперлиги. Хозяйки паркета уже с первых минут завладели преимуществом в 5 очков и постепенно увеличивали отрыв. К перерыву тольяттинки уступали уже 8 очков, а на старте второго тайма разрыв стал двузначным. Организовать рывок у гостей так и не получилось. 22-33 – поражение «Лады». Команда на четвертом месте в таблице, а лидируют игроки Ростов-Дона. В Тольятти прошли всероссийские соревнования «Ласточки-Жигулей» по прыжкам в воду. Соревновались 261 спортсмен из разных городов России, в том числе 53 представителя Самарской области. Проводились соревнования по одиночным прыжкам с вышки, с метрового и трехметрового трамплина и по синхронным прыжкам с трамплина. Среди спортсменов 63-го региона 6 обладателей золотых медалей в трех парных дисциплинах, 11 серебряных наград и 15 бронзовых. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары от лица сотрудников ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что весной нужно обращать повышенное внимание на ситуацию на дороге. При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время образуется гололедица. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию. Также нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес дороги снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности с связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что для отдельных категорий граждан предусмотрена компенсационная выплата на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Этот прибор быстро среагирует на дым и подаст громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Выплата предоставляется однократно в размере не более 3000 рублей. Для ее оформления можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. В Кировском районе Самары прошел районный этап соревнований по мини-футболу «Зимний мяч». Энергичные и талантливые мальчишки продемонстрировали свои спортивные навыки на футбольном поле в манеже «Луч». В ближайшее время пройдут не менее захватывающие игры среди команд девочек. Тройка лучших команд, занявших призовые места, будет отмечена почетными наградами – медалями, кубками и дипломами. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго!